Приветствую любителей футбола! Сегодня мы вместе посмотрим этот замечательный матч. Безусловно, сборная Англии является в нем фаворитом. Вот мы видим лица наших парней, в их глаза немного паники, а на лицах немного отсутствия интеллекта. Англичане, безусловно, очень опытная и сильная сборная. Нашим парням будет очень трудно. Но у нас есть козырь. Не каждый день англичане встречаются на газоне футбольного поля в матче с теми, кто, по идее, должен этот газон и подстригать. Мы видим на трибунах невероятное количество российских болельщиков, которые приехали поболеть за нашу команду даже в такой жуткий кризис, как сейчас. А вот и накладочка. На стадионе не включилась фонограмма, под которую футболисты Англии должны были открывать рот. Поэтому сейчас это похоже на пение каких-то рыб. Руни, давай, напряги гланды, тебе же миллионы платят. Спой гимн. Мы беженцы с востока, у нас там идут войны. Дайте нам ваш работа, а не то вас взорвем. Ну а гимн России даже слушать никто не стал. Кому он там за границей нахрен нужен? Окей, мы видим составы команд. Игорь Акинфеев, Игнашевич, Денисов, Кококорин, Джагоев. Денисов, снова Джагоев, Самедов, Игнашевич, Березуцкий. Конечно, куда же без них. Ну и какие-то типы из Англии. Харт, Клайн, Шоу, Шелви, Шилл, Шмалик. Шмалик особенно, наверное. Особенно опасен Шмалик. Когда Шмалик немножко Шмалик, на поле начинает твориться какая-то херь. Наши футболисты освоили телекинез, судя по тому, что я сейчас увидел. Кокорин трогает мяч силой мысли. Ну, видимо, сила мысли — это единственный способ потрогать мяч для Кокорина. Кстати, в сборной России накануне разгорелся гей-скандал. Кокорин с Мамаевым в джакузи решили потроллить гомофобов, так сказать, и сделали несколько скандальных фото. Но по манере бега Кокорина по полю фанаты сборной сделали вывод, что единственное, что они троллили, это друг друга между булок. Так, это был, наверное, самый опасный наш момент за весь матч. Скидочка. Дзюба. Кто такой Дзюба, не знаю. Пас, как обычно, мимо. Даже на 4 метра нашим пацанам дать пас просто невозможно. К слову, погода на стадионе просто замечательная. Трава короче, чем ковер. Мяч квадратный. То есть мяч круглый, ворота квадратные. Все против нас. Как обычно, наши пацаны пытаются играть пешком и в полсилы. Отбор. Отобрали мяч. Англичане, если наши пацаны пытаются играть в полсилы, то англичане, судя по всему, играют в треть. Пас на ход, естественно, мимо. Новый тренер сборной, господин Слуцкий, видимо, не учит их давать пасы дальше 2 метров. Ну что ж, именно так играют ЦСКА. В ЦСКА тащат негры. В сборной России, к сожалению, негра протащить не удалось. Мы, конечно, пытались загримировать Халка под Кокорина, но чуть-чуть не вышло, потому что Кокорин дрищ, а Халк нет. Опасный навес, как обычно, все было заблокировано, надежно играют англичане. Как будто это им здесь миллионы платят, господи. Широков носится по полю как никогда. Смотрите, он не успел на перехват, бросился в догонку, догнал, отбирает мяч. Что у Кокорина? Новые контракты? Глазам своим не верю. Шатов. Шатов — единственный представитель краснолюдов в нашей команде. Обратите внимание, что во время дриблинга он нюхает подмышки абсолютно каждого противника. Настолько он, скажем так, компактного телосложения. С высоты роста Шатову не хватило зрения увидеть, где же там партнер по команде, поэтому пас он отдал чисто наугад. Естественно, мимо. Судя по этому мячику, его взяли, кстати, из местного зала физкультуры одной из местных школ, потому что такого позорного и дебильного мяча я не видел давно. Режиссер трансляции, походу, бухал 2 недели, поэтому он так вяло
производит смену кадров. Тем не менее, 15 минут матча позади, счет по-прежнему 0-0. Один опасный момент, два удара по воротам Англии, по нашим 0. Надежно играет наша защита. Так, вот мяч у Руни, вот с Руни! С Руни навешивает, не попал. Все, наши пацаны обороняются всей командой. Интересно, кто же у нас будет нападать? Один-единственный нападающий остался, тот, которому бегать больше всех впадлу, и это Дзюба. Дзюба, смотрите, какой конь здоровый, но скочит так, как будто это Аршавин. Очередной голимый удар, хер знает куда. Давайте посмотрим, что же это, мать его, было. Так, так, вот ему мешают, куча ног. Дзюба пытается делать дриблинг, хотя он, отродясь, его делать не умел. Подыгрывает, обрабатывает мяч, бежит, бежит. Нормально. Дзюба определенно стоит своих денег. Обратите внимание на его лицо. На нем нету эмоций. Эмоций, ни одной эмоции сожаления. А вот бы все так и должно быть. Ударов по воротам 4-1 в нашу пользу. А как жаль, что победителя определяют не по ударам по воротам, а исключительно по голам. Какой дурацкий спорт. Мне кажется, нужно изменить его правила. Любители чая играют в пас между собой на пятачке и как-то не стремятся в атаку. Видимо, у них план забить на последних минутах. Коварные, сука, засранцы. Так, переводим мяч на верхний фланг. Шатов навешивает, надеюсь. Шатов не навешивает. Черт, либо у этого англичанина елда по колено, либо он чем-то другим успел мячик отбить. С комментаторского места очень плохо видно верхний фланг. Камбаров. Давай, Камбаров, Камбаров, что ты делаешь, Камбаров? Черт, Камбаров будет работать на комбайне, я думаю, после этого матча. Он будет реально поля косить, раз уж он не смог по ним нормально бегать. Самедов, господи, ну обработай ты мяч, что ты делаешь? Игорь Денгисов, как там Ванжи? Отобрал мяч, потерял мяч. Ну что ж, Денисов, mission complete, можно уходить с поля. Березуцкий, господи, это лучший дуб в нашей обороне. Какой опасный подкат исполнил кто-то. Я даже не успел посмотреть имя этого героя, который решил, что Акинфеев в случае чего отобьет пенальти. Какая самонадеянность. Попытка отбора от Широкого, как обычно, и хуй там плавал. Самедов. Какой-то негр апеллирует к судьбе, как будто к судье. К судье и судьбе за то, что он таким... Ладно. Нас все-таки могут смотреть за границей. И в следующий раз комментировать матчи мне придется исключительно из Москвы. Черт, мне кажется, зрители на трибунах зевают так, что у них скоро жопы потрескаются. Дзюба перемещается по полю приставными шагами. Наверное, он так меньше устает. Черт его знает. Опасный перехват мяча. Вдвоем навалились на Руни. Мячик забрали. Какой лажавый навес. Что это, мать его, было? Наша сборная уже попала в топ этого Евро 2016. Опасный момент. Боженька помиловал. Наверное, Акинфеев за кадром неустанно крестился, осеняя себя крестным знамением, и Руни сделал мимо. Ух. Так вот, наша сборная находится в топ-5 по зарплатам футболистов. Ну что ж, это уже солидное достижение, особенно для страны, в которой многим жрать нечего. Одному богу известно, куда Акинфеев выбил мяч, но каким-то чудом Широков мяч сохранил. Дзагоев идет в атаку, Дзагоев попытается дриблинговать. Конечно же, это вообще не его фишка. Пас, Руни, ёб твою мать, за кого играет Дзагоев? Господи. Видимо, Дзагоев уже пробивает таким образом себе место в Манчестер Юнайтед, чтобы больше не играть в РФ, блядь, господи, 1-0. Какая досадная ошибка этой команды выходить сегодня на поле. За пропуск матча, напоминаю, засчитывают поражение со счетом 2-0 вроде бы, да? Уж лучше 2-0, чем то, что сейчас будет. Слышь, ну что после матча, куда пойдем? Да бухать, наверное. Вот примерно такой разговор происходит уж Широкого с Дзагоевым. Они решают, на чью дачу, на чью виллу, какую к черту дачу, на чью виллу на Кипре они поедут.
лапать шлюх и бухать элитные виски. Вы посмотрите на этот прострел. Безусловно, этот гол станет украшением чемпионата и украшением надгробия надежд нашей сборной. Да. Степлинг, или кто он там, был точен. Ну что ж, еще все впереди, играть еще более 60 минут. Будем болеть, будем верить в наших. Сейчас вы могли слышать моих английских коллег, которые говорят, это что, блядь, футбол, что ли? Русские уверены, что они знают, как играть в эту игру. Сейчас мы им покажем. Вот так вот Широков попытался сломать копыта этому негроиду, который посмел забить нам мяч. Неудачно, потеря мяча, снова Шатов. Блять, мяч подобрал, потерял тут же. Попытка подката, как обычно, Лажова. Давай, ломай. О, боже мой, Шатов чуть не огреб от своего. Все, это разлад, разлад в стройных рядах нашей обороны. О, боже, нас возят по полю, как детей. Денисов, опа. Денисов снова попытался дать пас кому-то из англичан, не прокатило. Кококорин отдает мощный пас на 2 метра вперед. Снова принимает пас, дриблинг, хуяблинг, мимо. Все, потеря мяча, мяч у Англии. По эпичности потерь мяча, Кокорин, я уверен, войдет в топы. Подкат. Нет, Шатов подбирает мяч, бьет мимо мяча. Все нормально, на тренировках они так и делают, это психологическая борьба. Я уверен, что тактика нашей команды, выбранная Слуцким, это измотать противника, дать им шанс, дать им веру в то, что они непобедимы, а потом вдарить по ним всеми силами. Зюба принимает мяч исключительно спиной к воротам противника, по-другому он не умеет. Естественно, потеря мяча, попытка отобрать его толпой у Руни. Ему просто смешно от этих попыток. Камбаров бортанул кого-то из негров, а это сделать за границей строго запрещено. В связи с этим, конец первого тайма. Самедов, такое ощущение, забыл, где у нас раздевалка. Он спрашивает у своего сокомандника, в какую сторону ему волочить свои оглобли. Ну что ж, удары по цели, все, статистика перед вами. Точные передачи 73%, ну для нас это рекорд, но англичане все равно были точнее. Хорошо, едем дальше. Едем дальше, надеемся и веруем. Надеемся и верим, что наш президент снимет трубку и позвонит в Англию и пригрозит им ядерным ударом, если они не пропустят пару мячей, потому что в противном случае шансов просто нет. Кокорин вернулся в оборону, отобрал мяч, бежит с ним как какая-то блондинка. Боже мой, что с ним делать? Ха-ха, мячик у меня, мячик, ой, блядь. Шатов, возьми мяч. Боже, зачем он мне? Что мне с ним делать? Камбаров, пас. Снова Англия. Правильно, отдайте мяч тем, кто, блядь, знает, как играть в эту игру. Каким-то чудом, рикошетом мяч попал к Дзюбе. Дзюба проходит вперед. Попытался копытами прокинуть мячик через... А, боже мой, что происходит? Посмотрите, зачем ты отдал этот пас, идиот? Блядь, какие вы мудаки, господи. Сталина на них нету, наверное, сейчас распинается кто-то на трибунах. Кококорин, блять, опять потеря мяча. Кокорин — это самая главная звезда в нашей команде. Несмотря на то, что он не играл никогда за границей, но никого лучше у нас нет. Опасный момент. Вероятнее всего, мяч отнесло порывом ветра от наших ворот. Посмотрите на этого игрока. Мне кажется, сборная Англии читует. Если это англичанин, то я балерина. Хотя Самедов у нас тоже не ариец. Что уж там говорить. В очередной раз в игру вступает Акинфеев. В основном его, суть его наличия на поле заключается в пробивании удара от ворот. Дзюба, будучи двухметровой шпалой, не смог допрыгнуть. Но посмотрите, Дзюба реально один из самых высоких футболистов на поле, но даже он не смог достать этот мяч головой. А может, не хотел. Зачем изнашивать позвоночники?
Отбор мяча удачно, как Дзагоев. Похоже, он единственный, кто знает, как отбирать мяч. При помощи травмата. И, о боже, наша сборная подаст угловой. Это очень волнительный момент, потому что сдается мне, что мы этого делать не умеем. А, хрен его знает, туда куда-нибудь пни. Играем головой, о боже! Вот это сейв. Несмотря на то, что голкипер получил с ноги по затылку от своего же защитника, все равно это не помешало ему взять мяч. Господи, мне кажется, что даже если бы на территории его штрафной площадки шла окопная война, это бы не помешало ему играть в футбол. Непонятное нарушение правил, обошлось без карточек, спасибо большое. Блин, какой отбор мяча, но чуть-чуть ты дальше его протолкни, что ж ты делаешь? Пас, 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 мяч в штрафной, никому не нужен, блять, это 2-0, Уэйн Руни. Ну что ж, пропустить мяч от Руни, это в принципе большая честь для вратаря. Вот так вот Руни показывает, как он ебет всю нашу команду. Очень, очень годная пантомима, примерно на 10 из 10. Отжарил так отжарил, что ж, отдадим Руни должное. Давайте еще раз посмотрим на этот момент. Вот мы оставляем мячик, как бы он никому не нужен. Березуцкий стоит и смотрит. Широков попытался протянуть свою оглоблю, но это ничего не дало. Вот мы видим Коко Корина. Кокорин, смотрите, опа, ну кто же еще мог так поднасрать в своих красных магазинах? Конечно, Кокорин. Отличный гол. Лучшие голы нашей сборной — это те, которые влетели в наши ворота. Вот Уэйн Руни пялит чью-то мамку со всей страстью. Ох, хорошо засаживает. И снова мяч у наших. Благо, что при таких трагичных обстоятельствах мяч попадает к нашей сборной. Тут же попытка потерять мяч как следует. Нет, пас назад, пас назад. Пасы назад получается у нас лучше всего. Жаль, ох ты, блядь, даже назад уже разучились. Только я хотел сказать, что если давать пасы назад, может когда-нибудь и вперед пасовать научится. Хрен его знает. Отличный пас на 2 метра вперед Дзюбе. Тактика нашей сборной — это просто навес. Да, у этого чувака. Это Кокорин. Я думаю, что... Блять, чтоб тебе таджики на твоей вилле такие же навесы строили, какие ты делаешь в штрафную площадь. Это просто какой-то позор. Посмотрите, вратарь Англии, он смотрит и не понимает, вообще ему поиграть-то дадут или нет сегодня. Да, в таком матче трудно завоевать титул лучшего вратаря чемпионата, когда тебе даже вступить в игру-то не дают. Вот это пас пяточкой, не знал, что мы умеем. Пас на ход, не прошел. Самедов поскальзывается. Коварные англичане нахаркали у своей штрафной, наши пацаны просто не могут пробежать. Пас на ход, Дзюбе, Дзюба, это наш единственный нападающий, надежда на голы. Блядь, господи, да снеси ты их, посмотри ты какой конь здоровый. Они ж по сравнению с тобой хоббиты, блядь. Дзюба просто не знает, что хоббиты, эти, хоббиты и вахоббиты — это разные вещи. И хоббитов можно обижать, в отличие от вторых. Поэтому он просто-напросто очкует. Навес! А, вот этот чувак с номером 23, Камбаров, пытался сделать автогол, но, к сожалению, Кенфеев разгадал его хитрый маневр и мяч перехватил. 67-я минута матча. Снова пас на... Шатова. Шатов уже прилично затрахался бегать взад-вперед, поэтому сил на навес не хватило. Ну а что вы хотели? Каша теперь в России дефицит. Поэтому он ее и не ест. Снова, снова, снова. Черт, не отобрал мяч Кокорин. У Кокорина выносливость уже просто на минимуме. Такое ощущение... Ну, с такой выносливостью ему не чипсы Лейс, а Мальборо рекламировать. Такое ощущение, что он блок Мальборо как раз ежедневно и выкуривает. Все бегают, а он уже ходит. Дзюба! Дзюба валяется, подметает газон. Естественно, нарушений никаких нету. Вот настолько Россию в мире нынче не уважают. Сейчас, по-моему, рукой сбил наш номер 10 какого-то лысого чувака. Кто это был? Дзагоев. Ну, отлично.
Дзагоев, ты с ними поосторожней. Ой, поосторожней. Вы, конечно, ребята крутые, но и эти не промах. Навес сразу в нашу штрафную. Акинфеев играет кулаком. Скидка на голову Дзюбе. Снова Дзюба пытается тоже. Блядь, Дзюба и Дзагоев, походу, всю ночь на дискотеке отплясывали. Я не знаю, куда делась их выносливость. Блять, а потом они в рекламах снимаются, как они футболисты какие-то профессиональные. Я думаю, нашей команде нужна замена. О, у Леонида Смутского есть выбор перейти на сторону противника. Что ж, коварные англичане, коварные предложения. Так, план игры, давайте посмотрим. Хотите посмотреть новый учебный? Нет. Новый учебный ролик мне еще посреди... Не хотите посмотреть? Блять, учебный ролик нужен был нашей сборной, в самолете его показывать. Так. Да пошла ты нахуй. Дзюба имеет рейтинг аж 74. Господи, а на замену у нас есть только Федор Смолов, у которого аж 72. На что надеялась наша команда? Непонятно. Так, Кококорин. Кококорин, звезда нашей команды, имеет 77 рейтинг. Кстати, Березуцкого и... Кто второй центральный защитник? Странно, вот здесь есть Игнашевич. Ну, Игнашевич играет центрального защитника, но он не хрен... А, это я понял. Так, Мамаев. О, Кокорина сейчас поменяем на его бойфренда Мамаева. Нет, к чертовой матери Мамаева. Выпустим Жиркова, у него хотя бы 80. Я не знаю, кому из разработчиков Жирков дал взятку. Ну что ж, нужно срочно вбить мяч в аут, чтобы убрать этих инвалидов с поля. Пас, как обычно, не нам. Блять, Дзюба, ёбаный бей, сука, гол! Да ладно! Отмените замену, пусть он остается. Он, оказывается, забивать умеет. Кто бы мог подумать? 2-1, 2-1! Ну что ж, это была ошибка англичан. Это сами бы мы такой момент никогда не создали без их помощи. Ай, хорошо. Ай, карамба. Вы посмотрите, в девятку попал. Господи. Посмотрите на это. Еще и куда влупил. Он понял, что его с поля вот-вот уберут. А уходить надо. Уходить красиво. Да, эта песня действительно про Дзюбу. С такой зарплатой он себе купит скоро и районы, и кварталы, и уйдет красиво из футбола. Вот мы видим двойную замену. Жаль, нельзя всю команду заменить. Вот это был бы дельный ход. Сборная России с поля уходит, вместо них выходит сборная Бразилии. Я уверен, что в параллельной вселенной такой ход вполне возможен. Все, англичане разозлились. Англичане разозлились, и становится понятно, что мячик они добровольно нам не дадут. Дзагоев, тащи травмат. Нам нужен отбор мяча. Перехват. А вот он, Жирков. Жирков еще не размялся, не разбегался. Вот он включил вторую, набирает скорость. Вообще тут только два наших чувака, Жирков и какой-то хрен. А, и это Федор Смолов, господи. Валите их нахрен, ломайте им ноги, господи. В Руни, не пускайте Руни. Перехват. Опять суперложовый пас Жиркову. Смолов врезается в локоть. Англичанина теряет равновесие. Забег на вес. Удар. Бля, куда ты бьешь? Куда ты бьешь, Широков? Ну не забить тебе гола на этом чемпионате. Смирись. Отдай хотя бы голевую передачу. У тебя уже есть Мазерати. Зачем тебе вторая? Снова перехват. Наши бьются. Наши бьются. Наши научились играть в защите. Смолов рвется к воротам. Блин, моя бабушка быстрее ходит в магазин. Смолов. Что это было? Хрен его знает, что это было, но точно не удар. Наверное, он так же бабу ебет, как бьет по воротам. Это просто какой-то кошмар. Да, с нападающими в нашей команде с уходом Киржакова стала просто беда. В наследство, кстати, Александр Киржаков оставил команде «Зенит» своего брата. Дескать, я вам поднасрал, но на этом ваша карма не закончена. Вперед, Алексей. По-моему, он Алексей, не знаю. Как к черту разница.
Удар! Черт! Попадает мяч, попадает защитника. Ну куда еще мог втопить Широков? Господи, объясните этому пацану, что мы не в вышибалу играем. Пусть в ворота целится. Люмпен, блин. Шатов. Шатов вообще... У Шатова батарейки еще в конце первого тайма в жопе сели. Он вообще не может бегать, но продолжает на морально-волевых тащить на себе этот мяч. Все, англичане тянут время, коварные засранцы. Дайте нам шанс отыграться. Если бы игра шла не полтора часа, а четыре, я уверен, у нас был бы шанс. Вроде как на этом чемпионате кальян наши дебилы не курили, поэтому мяч уходит, сука, в аут. Но почему Широков не догнал этот мяч? Широков, тебе мало платят, почему ты не бегаешь? Попытка отбора мяча, как обычно, вялая, как эрекция пенсионера. Ничего, вдвоем трутся за спиной у этого английского, у английской версии. Роберто Карлос, English Edition. Смолов внезапно отбирает мяч, входит в штрафную, его оттесняют судья. Продажная, козел ты, где пенальти? Полное время игры истекло. Добавочное время закончилось, наши, как обычно, проиграли. Ну что ж, одно дело болеть за наших, а деньги, как обычно, надо ставить на противников. С кем бы ни было, всегда ставьте на противников. К сожалению, наши старались, но не смогли. Еще 2-1 в пользу Англии, но ничего, впереди еще два матча. С Уэльсом и, кто там, Словения, по-моему. Нам нужна победа, шансы еще есть, мы еще можем поучаствовать. Ну, на этом трансляция подходит к концу. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Будем верить в наших пацанов.